В отношении журналиста общественного мнения составлен протокол по статье «Пропаганда» либо «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Речь идет о Сергее Вилкове. Сотрудника медиагруппы уже осудили многие известные деятели Саратова. На страничках в социальных сетях журналист не раз публиковал коллажи с нацистской символикой. Представители общественности говорят о том, что такое недопустимо ни для кого, тем более для человека медийного, чьи записи может увидеть огромное количество человек. Первым Сергея Вилкова осудил председатель общественной палаты области Александр Ландо. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы. На него уже отреагировали. В отношении журналиста сотрудники Центра по противодействию экстремизму составили протокол. Для всей мировой общественности все, что связано с фашизмом, это просто действительно должно быть вето с точки зрения изображения фашистской символики. Потому что миллионы людей, которые погибли в этой Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, где Россия потеряла около 30 миллионов своих граждан, конечно, кощунство использовать фашистскую символику, где бы ни было.